Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Высотный управляющий гребень заставляет циклоны и атмосферные фронты огибать северо-южные районы Урала и Западной Сибири, где расположился жаркий солнечный антициклон. А теперь о погоде более подробно. В субботу, 3 июня, в Новосибирске без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. В темное время суток 12-14 тепла, днем плюс 30-32 градуса. В последующие двое суток погода не изменится. Также жарко и без осадков. 4 июня за окном в ночные часы плюс 13-15, в дневное время температура поднимется до плюс 31-33 градусов. 5 ночи синоптики прогнозируют плюс 14-16, днем очень жарко, плюс 32-34 градуса. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю удачного дня!